Если вам хоть немножко нравятся мои анти-грифер-шоу, ставьте лайк. Я смотрю дружко шоу Minecraft Pocket Edition. Офигеть! Вот это жесть! Дебил! Я дружко! Йоу! Всем привет! С вами я, Игрок Адор. Сегодня бы я хотел провести снова же на данном сервере анти-гриф. Ребят, сегодня уже нет игроков, да, ну, от игроков тоже было. Но уже от создателя поступила жалоба. То есть игроки жаловались на создателя данного сервера, то, что есть один прям супер крупный грифер. Ребят, вы знаете, какой у него ник? У него ник Дружко, ребят. Дружко. Офигеть. Они говорят, он вообще такие вещи вытворяет, и это просто жесть. Ну, хорошо, ребята, я хочу кое-что вам показать. Ну, именно моим хейтерам, да, которые хейтят меня. Смотрите, ребят, наконец-таки тут добавили вот именно вот это. Ютуберам антигриф разрешен. То есть, ребят, тут мне можно антигриферить. Так что я буду свободно тут антигриферить, поэтому сейчас приступим к нашему АГШ. Будем проверять одного Дружко, якобы он Дружко, но на самом деле в скобочках он не Дружко. Ну ладно, ребят. Так что, ребят, давайте погнали. Сейчас я посмотрим, даже он тут играет или нет. Ну, скорее всего, он тут играет, потому что он очень хороший грифер. Он, говорят, то, что построился очень хорошо. Так, давайте поищем его, да? Сейчас поищем. Так, так, так. О, вот он, вот он, вот он, вот он. Смотрите, прямо вот тут. Дружко ит, типа ютубер. Дружко Ют. Ну, ладно, короче, давайте, ребят. Попробуем сейчас ему тп-тнуться, и мы начнем. Так, тпа. Дружко. Нижний пробел. Ит. Все, отправил тпа. Говорят, у него вообще супер какое-то здание. Он зовет всех туда, типа якобы, и там уже убивает. Ну, сейчас посмотрим, я даже не знаю, что там. Посмотрим, примет он или нет. Ну, должен принять, должен принять. Сейчас посмотрим его домик. Говорят, у него очень огромный дом какой-то. О, тихо, тихо. Что? Что за фигня? Лол? What the fuck? What the hell? Ты кто? Ты кто пишет? Давай дружить. Лол? Серьезно? Ну, я скажу окей. Давай. Ребят, он сразу же говорит, давай дружить. Я даже не успел даже тп-тнуться, он сразу пишет, давай дружить. Ну, странно. Офигеть, вы это видите? Вы это видите, да? Тебя как зовут? Меня? Рома. А тебя? Меня Сергей. О, очень приятно, окей, понял. Окей. Сергей. Угу. Его зовут Сергей. Ладно. Ну что? Я Дружко. Приютишь? У меня кончились деньги. Мне заснять надо видео. Что? Видео? What the fuck? Сядь и смотри, ок? Видео, Дружко, что? Ребята, вы это видите? Я первый раз такое вижу, серьезно. За всю историю моего антигрифера первый раз такое вижу. Лол. Я смотрю Дружко шоу Minecraft Pocket Edition. Офигеть. Вот это жесть. Один, два, три. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я продал почку. Что? Что? Что он несет? Ладно, я буду все делать, как он сказал, потому что сейчас посмотрим. Он показывает всем так вот свои выпуски или что? Как-то странно, ребят. Я серьезно говорю, смотрите, какой у него дом. Мне нужны деньги, поэтому я записываю этот видосик. Ага. Говорит, ему нужны деньги, то есть он продал почку и говорит, теперь ему нужны деньги. Хайпанем немножечко. Ха-ха-ха.
Круто. Сейчас посмотрим. Выставили ли мою почку на Авито? Что? Он там в компьютере шарится? Что? What the fuck? Что происходит с этим? Что? Да. Ребят, где я нахожусь вообще? Что с этим грифером не так? Почка стоит 500 тысяч рублей. Блин. Сбор средств только на Киви. Что за... Это... До свидания. What the fuck? Он типа... А, ну он типа снял, да? Ладно, будем сидеть. Будем ждать, будем ждать. Будем ждать. И помните, продолжаем хайпить. Фу, ну все. Ну давайте напишем круто. Я не знаю, ребят, я сейчас вообще не в состоянии что-то говорить. Я сам в шоке. Чё ты там просил? Да что я просил? Я ничего не просил, лол. Тебя приютить? Он спрашивает, да. Давай. У него офигенный дом на самом деле, смотрите. У него офигенный... Что, там второй этаж есть? Что? Давай я проведу экскурсию по своему коттеджу. Давай. Так, давайте напишем. Ну что, я готов посмотреть твой дом. Написали, сейчас посмотрим. Так. Он говорил то, что это его студия, якобы он тут снимает, короче, видосы. Ха, интересно. Вот, здесь я снимаю видео. Ага, вот его студия, окей. Так, ну что дальше? Ты идешь дальше? Да, иду. Забираюсь. А, смотрим, что тут. Ничего. Здесь склад. Какой склад? Жесть. Чарки и починки ресов. Ага. Я написал жесть, он пишет ага. О май гад, вы смотрите, что он тут построил. Вот это жесть. О, он в приват меня добавил, ребят, он меня добавил в приват. Когда я с партнерки вывожу деньги, иду в магазин и покупаю ресы. Лол. Классно. Ладно. Ну, пойдем дальше. Ладно, пошлите дальше. У него еще третий этаж, что? Ребят, вы это... Что это? What the fuck? Что? Стрип-клуб Дружко. Здесь мой клуб. What? Что это? Что это, ребята? Что с Дружко не так? Это стрип-клуб, ребят. У Дружко есть свой собственный стрип-клуб. Офигеть. Я же за одно видео получаю по 3 миллиона рублей. Заказываю себе тяночек на ночь. Ну, ты крутой. Вы видите, что он пишет, ребят? Это, конечно, жесть. У него Здесь я с ними играю. Что? Ребят, он мне показывает еще весь свой коттедж, хотя он мог бы давно у меня загриферить. Это, конечно, жесть. Так, пилон. Это ты сам поймешь. Ну, я понял, да-да-да. Я понял, ага. Угу. Да-да-да, я понял. Угу. Круто, класс. Так, это у него что-то кофейня какая-то или что, ресторан свой? Здесь мои убитые люди. А, лол, это не ресторан, это их головы. Это людей головы, что? Он якобы гриферит, короче, и голову ставит? What the fuck? Ну все, тебе понравилось? Ага. Так, я написал ага. Так, ну что мы посмотрим? Смотри, у меня есть трон. Какой трон?
Ты его трон? Типа, что? Вот он. Хочешь сесть? Сесть на него. Ну, давайте «да» напишем, да? Посмотрим, а что с этим троном-то не так? Вот я сел. И что? Ай! Что? Он написал «э»? И убил меня? Ахахахахахах! Дебил! Я дружко! Что? Ахахахах! Вот, ребят, конечно, я все, да, ожидал, ну, до такой степени я... Тут в чате пишет «дружко», блин! Лол, ребят, офигеть! Все, с ним все понятно, ребят, это жесть! Короче говоря, вы знаете, что мне с ним нужно сделать. Ну как дела, дружко? Ну давайте начнем отсюда, наверное, да? Отсюда начнем. Так, посмотрим, что тут. Ой, а у тебя сундуки падают. У тебя сундуки падают, дружко. Ты что, забыл что ли? То что у тебя сундуки падают? Эй, ты охерел? Все, короче, рушим все, ребят. Рушим просто его красивый домик. Просто рушим все. Смотрите. Нет. Офигеть, тут алмазы лежат, там алмазы. Вещи, фак. Дебил. А вот это жесть, конечно, никто не ожидал, серьезно, такого поворота. Так что я должен все сломать. Ух, ничего себе у него. Как ты ломаешь? Ты читер. Ну, да. Пусть он думает то, что я читер, ага. Все, я ломаю все его сундуки, и пусть он будет знать. Смотрите, ребят, он, получается, что делает? Собирает всех людей тут, показывает им шоу свое, и люди к нему привыкают. Потом он убивает и забирает вещи. Хотя бы ты весь мой дом не сломаешь. Пожалуйста, только не дом. Он закрывается от меня, смотрите. Дружко какой-то, скорее всего, школьник. Пытается закрыться от меня, лол. Смотрите, закрывает все свои вещи. Вот это жесть. Дружко, привет. А ты не думал то, что я могу тут сломать? Вот так вот, хоп, и все. А ты не думал то, что я умею летать? Нет, он, скорее всего, не думал, да? Смотрите, какие вещи, офигеть. Я в шоке, серьезно. Это просто жесть. Нет. Да. Ну, все, ладно, я не буду его дом ломать, скорее всего, пусть он остается тут, но немножко поломал его сундуки, но я должен его забанить, потому что он столько ресов собрал, увидели? Ну что, дружко, ну что, мне нужно тебя забанить, так что, дружко, извини, ну ты пойдешь в банчик, поэтому пока-пока. Весь все твои сундуки. Ну, конечно, я не буду трогать твой домик красивый, но я тебя забаню, поэтому до свидания, дружко. До свидания. Пока. Ты в бан. Все, дружок, пока. Эй! Ахаха! Сундуки остались. Лох. Ага, сундуки остались, говорит. Ладно. Лох, и дом остался. Угу, сундуки остались, значит, говорит. Ладно. Все, минус его сундуки. Он так радовался, то, что сундуки у него остались. Теперь нету сундуков. А, ты даун, придурок. Все, конченый. Все, пока. А, дебил. Нет, даун. Ага, ну он какой-то неадекватный, поэтому я реально забаню его сейчас. Дружко, нижний пробел, ит. Ну, вы видели, да? Пожалуйста, не бань. Ну, вы видели, да, сколько он вещей собрал, сколько людей загрифировал, поэтому, ребят, я и с ним разобрался. Ну, было много жалоб, даже от создателя было жалоба, поэтому, ну... Как бы ко мне обратились, так что я с ним разобрался. В этом, ребята, если вам понравился данный антигрифер шоу, данная серия, то обязательно поставьте лайк, мне будет очень приятно. Я сразу же выпущу новый антигриф. Давайте наберем 700 лайков, я выпускаю новый антигриф. Ну, так что, ребят, вот так вот.
IP-порт оставлю данного сервера в описании. IP-порт, группа ВКонтакте, также донат-услуги. Заходите, играйте, он топовый. Уже в последнее время часто играю на данном сервере. Серф реально очень топовый, поэтому, ребят, заходите. Ну, все, ребят. Такой вот антигриф, забанило дружко. Конечно, шок-контент, ребят, я сам не ожидал. Офигеть, он какое-то шоу мне показывал, жесть, это просто жесть. Ну, если вам хоть немножко понравилось, либо вы улыбнулись, то поставьте обязательно лайк. Также подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Ну все, ребят, всем удачи, всем пока!